хочу показать вам американское мороженое Мумарс, которое у нас есть. Очень вкусное. Это такая большая очередь. Но его здесь изготовляют. Здесь сразу есть ферма, где пасутся коровки. И с этого молока делают мороженое. Молоко продается. Но очень вкусное, очень пахнет, такое натуральное, очень классное. Сейчас мы подождем очередь, и я покажу. Мои остались стоять в очереди, а я сейчас покажу, это мусорки. Пойду сейчас покажу, какие здесь они сделали беседки, огород здесь есть. Должны быть коровки. Мороженое называется Мумарс. Очень вкусное. Не такое, как в обычных магазинах. Сразу чувствуется вкус такой домашних сливок таких. Его очень много. Они даже развозят по всем магазинам. В каждом магазине оно продается. Вот это такая назва. Это их машины. Вот это они такой домик сделали, чтобы с детьми прийти. Там что-то они продают. Вау. В прошлом году еще было закрыто. Красивенько. Но что-то не вижу коров. Где ж коровки? О, есть там дальше, да. Мороженое продается всякими вкусами. Очень много выбора. И с карамелью, и с соленой карамелью. Ну, очень много. Пломбир. Я люблю ванила. Белая ванила, оно очень вкусное. Да, все вкусное. Вот это такая горошка для коров. Там они ходят. Вот там ферма. Вот. Пахнет, конечно, здесь хорошо, так как на Украине на ферме. Вот эта ферма. Здесь там коровы живут. Видите, значок такой от мороженого. Вот так. И вот наши красавицы. Вот они в теньку стоят. Которые дают молоко и делают мороженое. Им привозят корм. И так перемещают их на другие пастбища. Вот там за забором есть какие-то. Вот туда. Вот там. Может быть, там молоденькие. Да, да, там молодые. Телочки, а здесь постарше коровы уже. Это, наверное, трактор везет им траву. Ну, сейчас увидим. Такая беседка здесь сделана. Можно прийти посидеть с мороженым или так. Люблю такие беседки, мне бы такую домой. Классненько. Нет, поехал трактор туда, повез на место, повез. Вот такой столик. И здесь лампочки есть. Смотрите, вот такие. Сейчас модные такие, как бы гирлянды. Вот такие большие. Тоже классненькие. Это они уже
вечером, когда темно, тогда они и включаются. Вот такую беседку дома иметь, да, с крышей она, и хорошо. Ну, даже летом, например, день рождения праздновать или гости, если много. А это столько подсолнухов растет. Какие-то маленькие еще они. Ну что в том домике продают они? Не знаю, столик там есть. Сейчас увидим. О, тоже мороженое, представляете? Это если там большая очередь, идешь сюда, покупаешь и все. Уже иду обратно. Очередь большая, но она идет очень быстро. Задержки нету. Но все стоят, потому что очень вкусное здесь, свежее мороженое. Вот такие мороженки здесь есть, всякие вкусы. Здесь очень пахнет, вот те конусы, они пекут вот такие. Очень пахнет. Medium. I And one old fashioned cloth. Вот здесь продается еще натуральное молочко. Смотрите, какие маленькие. Вот такие. А за галлон молока. Так, шоколадного $7. Такого не шоколадного $5. Вот так. Вот такие торты еще они здесь делают. И это здесь мороженое тоже. О, уже мое мороженое готово. Смотрите, вот за такое мороженое $5. Очень вкусное, потому что этот конус они здесь пекут. И вот такие сделают еще пироги, паи, пироги. Это с черри, это с яблоком. Очень пахнет классно здесь. Вот какая красота. Она там чуть-чуть над сверху и все, остальные там шоколадные. Вот это маленькая ваша. Цветочки, вот сюда можно спускаться. Это такое специальное, чтобы лавочка. Сюда приходят коровы, и чтобы смотреть. Ой, красивые цветочки. И это сюда с детьми приходят. Иногда бывает, что коровы вот сюда очень близко подходят, и детям интересно, смотрят. Очень хороший бизнес это. Рядом ферма сразу, коровы и
магазин и завод сразу его здесь делают и продают. Работает только летом, но еще осенью, на зиму он закрывается, потому что зимой никто не будет ехать покупать. Даже делают такие очень вкусные торты и с мороженого. Красивые такие, классные. Сейчас иду назад. Ну, конечно, дороговато. Оно, например, можно купить такую большую... Ой, галлон. Галлон мороженого, такого не этого, в магазине можно купить за $5. Галлон это 3,78 литра. А здесь стоит мое мороженое, то, что я покупала в конусе, ванила, $5. То, ну, конечно, вкус не приравнять, не присчитать. Вкуснее это, но дороже. Уже едем мы с мороженого домой. Это заехали на заправку. Заправиться у нас бензина 3,22 за галлон. Очень сильно подорожало. Было раньше. Раньше было год назад. Доллар 10, доллар 20, где-то так. Даже было 99 центов. А это очень дорого. Чтобы заправить нам вот нашу машину, нам нужно 61-62 где-то так доллара. Подорожало все в Америке очень. На данный момент и участки, и дома, все. Вот, $65, 68 центов, 20 галлонов заправили. Вот так дорого, но должен заправлять, пешком ходить не будешь, потому что далеко. Вот так. Так, ресит, да? Едем домой.